вообще не имел никакого отношения. Что-то... Да, хватит, хватит, ребят. Вас смотрит. Вся Россия вас смотрит. Надо. Привычка дурная, которая на пользу не идет. Паша Плотников, тебе привет из Ингушетии. Паша отвечает, чё? Фанаты, привет. С Ингушетии. Знаешь, где? Добро. What a shot! Не считайте дальше. Свой туда же свой. Нет, конечно. Ну, знаю уже. Забиты все, да? Да, конечно. Это два шара человек заказал. Нет, конечно. Какая разница? Я заказал страховочный. 100%. 100% считается. Мат больше? Ну да. Зачем заказ нужен, если его заказ не считается? Забитым все считается? Первое. Зачем тогда заказ? Как? Если тот не упадет, тот упадет. Нет, конечно. Что сейчас? Давай все шары заказывать. Как? Ну у них же два заказа. Я зачем шар приносит? Зачем тебе заказ нужен, если ты у тебя по правилам заказа шар считаешь? Зачем тебе? Не, чужой оставь. Не понял. Какой ты уж мысли оставь? Чужой оставь. Я заказал шаром шар. Шаром-то упало, а сейчас отыгрывает. Почему? И забил, забитый. Не понял. Второй забитый же считается. Нет, ничего. С каких пор? Хочешь примарку? Не понимаю. Что стоял? Он чужого заказал. И что дальше? Свой туда. А свой куда упал? Свой туда же. Чего? Какая разница? Смысле, упал? У Сибирку-то если играешь, сюда считался. Ну ты что, смеешься что ли? В смысле смеешься? Ну, забитым всегда все считается. Ты что, артистер, посмотри, сколько людей. Ты что? Да тут и турнир так же, по-моему, проводит. Забитым все считается. А чужой ты вообще не считаешь? А? Чужой не ставил. Чего? Я не понимаю. С каких пор такое считается? С каких пор? Не понял. Забитым же все считается. В смысле забитым все считается, Женя? Как понять? Всегда закажи было. Чужой в угол. Закажи а просто... он заказал же чужой в угол. А свой в угол зачем заказывать? Закажи чужой в угол, все, что упадет, все упадет, блядь. Понимаешь? Два шара. Нет, чужой. Если он заказал бы чужой в угол... Я не понял, у вас два шара заказывали. Послушай, если он упал бы в чужой... Заказал бы чужой в угол... Извини, сори, но тут невозможно по-другому. Как по-другому? Он заказал свой в угол, упал в другой в угол. Женя, ты что, вообще что ли? Чужого же он упал. Как понять, не может не считаться? Спроси, елки-палки. Что ты кляпничаешь, как маленький? Причем тут вообще, да, это тут вообще не... Тут заказ не имеет значения сейчас. Тут же первое... Ну, потому что тут первое правило больше считается. Ты что, в натуре? Ну, ты первый же заказал. У вас забитым все считается. Свой туда же в угол. Забитым, все считается. Забитым считается, когда ты сказал шар, играю в угол, и остальные могут. Я заказал под страховочный. У вас разница. Единственный вариант. Чего? Сейчас не поссориться, продолжить играть, чужого а защищать, ваше своего не засчитать. А как ты думаешь? Почему? Ну, потому что есть правило заказа, если оно не выполняется, ты не должен его считать. Смотри, шар, такой шар не считался бы в одном случае, если бы он не считал, если бы он не озвучил правила до начала игры, что с забитым не считаются. Этого правила не было озвучено. Если оно не озвучено, значит оно идет по умолчанию, вот и все. Тогда лучше не заказывать. Да при чем тут это не имеет значения? Ну, мне кажется, это единственный вариант, чтобы вам продолжить. В его случае здесь выигрыша нет. Давай наберем любого игрового, кого хочешь, давай будем мастером. Набери кого хочешь авторитета, объяви или чарный, я не знаю. Давай любому блондину, хочешь примажем сверху. Примажем сверху на эту ситуацию, хочешь? Ты только что кричал, ты готов мазать, я готов с тобой мазать. На ком будешь обосновываться? Подожди. А если у тебя чужой, ты играешь свой сюда, а чужой сюда. У тебя чужой падает и другие чужие. Еще раз. Падают. Еще раз. Ну ты играешь чужой сюда, да. Чужой упал. И у тебя еще там несколько чужих упало, других. Что это тогда? Ну это прилипает. Ну это тот же самый. Я же говорю, с чужого играю. Да. Ну так а в чем проблема? Да он заказал туда, вы что, ебанулись нахуй? Так он чужого же он играл. Он заказал туда же свой, ты понимаешь разницу? Какая разница? Забитым, если молча играю, скажи, играю чужого в угол нахуй. Какая ну разница? Пойдет все шары считаются, есть разница. Он заказал чужой туда, свой чужой туда. Чужой же упал, понимаешь забитый разницу считается или нет? Же. Ёбра, в натуре ну первый же забитый считается же, все. Ебанутый. Ну чужой сюда играю, свой сюда. При чем тут свой вообще?
Свой вообще тут сейчас ни при чем. Подожди, ты можешь успокоиться? Послушай меня, секунду, я тебе говорю. Ты только что сам озвучил, если бы я забил чужой, все шары упали, это бы считалось. И тут ты сам себе противоречишь. Я тебе не противоречу, потому что здесь под заказ ты заказываешь, а там просто сказал чужой в угол. Да забитым, все считается, шар упал, который я заказывал. Я тебе еще раз говорю. Ты озвучил, да и говорю, забитым полностью не считается. Я вообще не про забитым не говорю. Послушай, ты сказал шаром в угол. Если бы ты сказал шаром в угол и упал бы, я тебе слова не сказал. Шаром в угол, ты понимаешь разницу? Так, но двоих я не завалю. Они сейчас повзрослели, мне будет сложно. Да 100% считается. 100% считается. Я готов по 100 тысяч даже приматься. Я за сохранение игры. Нет, вообще. Есть два правила. То есть одно из них было нарушено, одно было выполнено. То есть забито было два шара. Лучший вариант засчитать шар, который был заказан, и не засчитать тот, который не был заказан. Почему правильно. Он не должен быть засчитан? Да потому что ты явно указал, куда ты его забьешь. Ты его я туда не забил. Шар, который я играл. Это уже второй. Если бы упали еще другие шары. Но про тот же нет вопросов, он считается. А я и говорю, если то есть смысл заказа теряется, понимаешь? Вот если бы ты не заказал сюда, он бы тебе снова не сказал. Вот. А если ты указал сюда, понимаешь, ну то он туда должен упасть у тебя. Почему? Понимаешь, чтобы он засчитал. Почему? Да не считается. Хорошо, он сюда заказал, этот упал, а тот упал в другое место. Тоже не будет считаться? Хорошо, вот он играет чужого туда, допустим. Ну чужого он играл туда, заказал, своего сюда, свой упал сюда, чужой упал в другое место. Тоже не считается? Сюда. Ну тот чужой, который я не забил, да, если бы свой упал, да, а чужой бы упал в другое место. Тоже не считается, что? Если он бы. Да он сам. Так он же не заказал, здесь был четкий заказ. Считался бы, да. Но он четкий заказ же сделал. Как не заказал? Он же четкий заказ сделал. Я заказал. Ну, я же то же самое. Позвоните ему. Да ну это долго, но я просто. Я не в доле, но там 100% считается. Да, если не в доле, Жень, просто ну. Если тебя спросят, скажешь твое мнение, хорошо? Ну, спросили. Я лично свое мнение давайте не знаю. Давайте начнем говорить этого человека, кому можно сейчас позвонить, то... Как, да, а вы вдвоем, вы зачем у нас спрашиваете? Вы я спрашиваю, кого можно найти авторитетного человека, позвонить. Да вот, двое сидят. Круче некуда. Есть, ты что думаешь? Да мне другой раз здесь забито, все считается там. Без кляуса эта игра. А? Это чисто кляус. Есть кому позвонить сюда? Я не знаю, вы должны выбрать человека, которому вы верите. Вообще серый. Если честно, должен считаться, как по мне. Почему? Объясните. Ну, я так... Я забил шар, я играл. А то, что ты забил, Дим, понятно. Я тебе сказал, если ты бы сказал, чужой в угол играю, и забил бы, и упало бы еще 5 шаров, они бы все считали. Потому что ты, самое главное, подтвердил своим ударом, блядь, забитый свой шар. А ты здесь подтвердил тем, что ты грубо говоря, просто... Ну, как объяснить? Просто наебал. Хорошо, сейчас я звоню чемпиону мира по СССР. Кто это по СССР? Звонок другу. Помощь зала. Кому ты звонишь? Раку звонишь? Руфат из... Рифату. Рифат. Андрею? Да, да. Согласен? Да. Ну, Руфат. Они же не хотят Рифат, меня слушать. Да. Это смысла нет. Я не против денег. Просто... Давай Кашинскому наберем. Да какой нам Кашинский? Ну-ка, Серега, скажи еще раз. Скажи еще раз. Алло? Позвоните кто в коммерцию играет. Ну да. Так никто не играет. Еле позвонить. Еле, конечно. Но там же ссылаться будет на первое. Забитым все считается. Первое же ссылается на это же. Не, ну они что играют? Это же как, это как в пирамиду, если мы сыграли, играем шар луза. Как он упал, без разницы. Так же здесь, если забитым считается уже, все. Допустим, вы встали в поговорку. Первое правило самое же важное. Жек, поговоришь? Какое первое? Даже кто нет. Это? А, Гела, привет. Да не как Гела. Да подожди, что ты боишься? Смотри, у них ситуация, скажи, пожалуйста. Значит, первое правило, забитым все считается. Не надо первое правило, да вот ёбаный в рот. Я Гела,
Ну а как? Ты же слился по первым правилам. Ты не озвучивался. Смотрите, ситуация. Слились по умолчанию. Он заказывает шар. И шар туда падает. Но при этом в заказе говорит, свой туда же в ту же лузу. Но свой упал, чужой упал куда надо, а свой куда не надо. А? Считается? Конечно, считается. Нет, 5 причем тут упадет? Причем тут это? Он сказал чужой в угол, а свой туда же. Он при ударе сделал 2 заказа. Он не сказал чужой в угол. Если бы он сказал бы чужой в угол, и с ним бы упало еще 5 шаров. Другое дело считается. А он сказал чужой в угол, свой туда же, а свой упал в другое место. Вы это понимаете? Все хорошо. Все, спасибо. 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 Все, давай считайте. Надо было звонить. Конечно. Ну, логику имей. Ты все правильно А? Женя, 100 тысяч бы нажил, да? Ну вот, невозможно проиграть. На один стульчик.